Хейоги, с вами Шумики, мы продолжаем проходить игру под названием Evil 2. Вы спросите, подожди, Шумики, ну ты же заканчивал в городе, почему ты здесь? Я, чтобы не тратить немного времени, я решил сократить и сразу отправиться за одну вещь. Я забыл то, что... Помните, в будущем, когда еще были торговцы в городе, нам предлагали дом за... 5000... Если не ошибаюсь, у нас как раз есть 10 тысяч, поэтому мы можем купить дом. Так, ладно, впечатляем. Ты нашел фрагмент природы. Иногда я хочу устранить себя... Хочу устранить себя из-за времени. Как это сделать, Тильфи? Ну, я знаю, что это просто будет вечная тюрьма. А мне нужна бесконечная свобода. Приходи ко мне, если тебе нужно... Ну, нет. Нам нужно отправиться в будущее, то есть мне еще нужно... А, все, по идее, да? Да, все. И теперь мы с вами отправляемся в время, когда у нас этот... Торговцы. Мы купим себе дом. О, подожди, Может, я мог еще в этом времени сюда зайти? Нет? Вот там вообще ничего нету в этом времени. Так, Дженова, поехали. Дженова. Так, торговец туда. Эй, ты, сегодня твой счастливый день, ты только что выиграл этот идеальный дом, забрать его проще простого, и тебе собрать даже ребенок, разумеется, ребенок уже которого есть 10 тысяч, это скорее палата за... Слушайте, давайте попробуем, нет, что он будет делать? Слушай, мне нравится твое упрямство, поэтому уставлю и предложу тебе уменьшенную цену, 5 тысяч, мое финальное предложение, итак, что скажешь? Нет? С тобой сложно торговаться, ладно, 500 г наличным. А, я мог за 500 это купить? Давай. А, спасибо. Я невероятно рад избавиться... В смысле, продать тебе эту... чарующую обитель. Наслаждайся своим новым домом. Ключ от вашего дома. Может, это уже пара издержек связана с ключем? Так. Инвестировать. Просто дом? А, нет, есть кровать. Вы хотите поспать? Да. Вы хорошо отдохнули и рветесь в путь. А, ну это типа, знаете, халявный пополняшка ХП. Как я понимаю. Ну давайте посмотрим, как дом наш... А, подожди, тут же еще естественно, человек печка. Вы хотите купить работающую на смоге печь? Не переходите мимо, у нас самые лучшие цены, гарантируемые минимальные выбросы смога, а также непревзойденные цены. Купите смогущую печку и вы сэкономите на двух. Так, это спасет больше леса. Если вы купите одну прямо сейчас, то заплатите на 0, одну меньше налога. Так что скажете, да. Превосходно. Подождите, вы не житель города? Простите, в этом случае я не могу... помочь ему. А, то есть... Там было написано «житель дома»? Ну, города, я думал «житель дома». Так, тогда теперь мы... Блин, ну нам придется все равно сейчас два раза. Фу, хотел чихнуть. Два раза мотаться нужно будет. Но это самая ближайшая, на самом деле, точка, где можно довольно быстро поменять время. Так, теперь у нас первое время. Подождите, а Хора тогда был? Да, Хора тогда был. Полетели.
Блин, только один вход, видите, в Дженову. Ой, слушай, это страшно. Так, мы одержали великую победу над демонами, но все нельзя терять бдительность. Несомненно, есть выжившие. Надеюсь, война скоро окончится. Я начинаю сходить с ума, торча здесь на одном месте. О, так тут сундуки есть, подожди, нанайдут карт. А мы же в этом времени не были, да? Здесь, в городе. Или были? Так, подождите, мы были. Мы же хотели жрать, да? Так, а теперь... Мне интересует сундук, подождите. Сундук в моем доме находится? Нет. А что за сундук? Он раньше тут был? Точно, мы же в библиотеке еще не были в этом временном промежутке. Туда можно наверх попасть? Лол. Лангу, сначала эта дверь заперта. В библиотеку попадем. Чародеи наконец освободили библиотеку, но, похоже, они прихватили какой-то документы. Так что теперь библиотека закрыта на инвентаризацию. Спрашивается, что за документы? Ну, какие-то легенды о руинах Маджи, которые будто бы находятся под демонией. Вон оно что! Вон они почему напали на демонию. Я так горжусь своим маленьким Далкином. Он всегда был таким справедливым, а теперь он важный человек. Хоть бы война не изменила его, и он всегда оставался моим милым маленьким мальчиком. Так, Далкин, да? Значит, Далкин здесь живет. Окей, 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 окей. Ну, ребят, зато... Блин, подождите, а где сундук? Я хочу сундук достать. Может мне пойти в Колизей? Хотя в этом временном промежутке, по идее, обо мне еще не знают. Они знают, может, вместе с... Или нет? Или нет, ладно. Потом мне, понимаете, заново возвращаться в этот промежуток, чтобы пройти. То есть мне сейчас нужно в последнем, это в этом, еще сходить в дом. Ну мы знаем зато теперь, где Далкин живет. Так, это уже поствоенное время. После взрыва, который... Мой отец заперся в доме. Нам нужно уходить. Как мне его вытащить оттуда? Кто мой отец? О, он был полковником в армии империи. Но мне бы не хотелось говорить об этом. Все в порядке, я продаю этот дом, как только все успокоится. У меня счастливая монета есть, но она непонятно для чего. Мы почему-то нигде не использовали. Золотое яблоко тоже нигде не использовали. Далкин, кто ты? И что ты делаешь в моем доме? О, я тебя знаю. Снова этот кошмар. Слушай, я скоро проснусь, поэтому просто хотелось снова тебе сказать. Сказать тебе как, сожалею. Я должен был прислушаться к тебе и... Да, должен был прислушаться. Я просто выполнял приказы. У меня не было другого выбора. Все эти люди мертвы из-за меня. Моя вина. Если бы ты носил печать доверия императора, как я, моя медаль за отвагу, я теперь никогда не достаю из шкафа. Я не заслуживаю ее. Оставь меня. Говоришь, что в шкафчике, да?
Вы получили медаль Империи. Она означает доверие императора, имея определенный престиж, а в два бок потрясай выглядит на на мантии. Ну, у нас мантии нету, к сожалению. Но у нас есть теперь печать, подтверждающая то, что... Да, можно доверять, да? Ну, по идее, осталось Демония только. Демония — это последний остров у нас как раз с вами. Последний этот остался кусочек. И мы сможем отправиться. Так сказать, временной промежуток. Так, это нам нужно сейчас изменить два раза этот. Ну что, полетели? А, точно, тут же таким способом не пройти. Я не могу стать твоим союзником. У меня свои приказы. Где он? Медаль Империи. Что? У тебя есть медаль Империи? Священная эмблема доверия императора. Это значит, император желает, чтобы я объединился с тобой силой? Ладно, тогда у меня нет выбора. Я должен следовать приказам. Я окажу тебе любую помощь, которая тебе понадобится. Далкин, с помощью Далкина вы сможете нанимать армию и командовать ее. Не подпустите Магуса к Демонии. Осторожно! Это патруль армии Магуса. Мы должны нанести удар быстро, прежде чем они сообщат остальным войскам. Если твои друзья правы, дискриминатор, ты способен так. Способный стратег, серьезно, но я не позволю тебе возглавить наше будущее, пока я не буду знать, на что ты действительно способен. Бери командование. Хороший способ показать, на что ты способен. В атаку. Так, вы получили режим... О, да ладно. Хо. Хо. Хорошо, что я прокачался. Ну, пускай они все заряжаются, я думаю. А, подожди. А, все, я могу отменять, хорошо. Так, давай, наверное, сюда. Подожди, у того палка, либо пушка, я его не пойму. Если так, лучше сюда. Выпад. Я не достаю, отмена. Да, выпад. Защита. Лед. Удар. Ладно. Ожидание. Ай-яй. А-а-а.
атаковать. А нифига у тебя радиус. А мне никто не сказал, что у нее такой радиус огромный. Так, у него удар отталкивающий. Отлично, поразительная победа. Дискриминатор, у тебя есть все необходимые, чтобы стать великим командиром. Вообще, ты обладаешь множеством талантов. Пойдем, нужно найти стратегическое место для лагеря. Так, а теперь у меня сколько здесь? Все равно все по нулю. Но теперь мы с вами, как вы видите, стратегии довольно хорошие. Можешь мне серьезно сыграть в какую-то стратежку? А, мне нужно все флаги захватить. Идеально. Скорее всего, это лагерь принадлежит патрулю, на который мы наткнулись. Давайте пока разобьем здесь лагерь. Слушай внимательно, дискриминатор. Чтобы вести войну, тебе нужно воина. Я могу нанять их у Империи. Чем больше у тебя побед, тем больше солдат присоединиться к нам. Сходи и провери, может ли ты нанять войско из командной палаты. Потом присоедини ко мне, чтобы осмотреть периметр. Чё? Добро пожаловать в командинский шатер. Превосходно, теперь у вас больше преимущества. Так, продвигаемся вперед. Похоже, мы не смогли убежать от наших проблем. Лорд Магус, войска Империи высадились на наши берега. Уже? Невозможно. Я подтверждаю, что они нападают. Невероятно, это этот мерзкий полковник Далкин. Если он считает, что может испортить мои планы с парой салаг, он жестоко ошибается. Разумеется, милорд. Он дурак. Лишь сам полковник представляет угрозу. Когда ты избавишься от него, его армия рассыпается как карточный домик. Я? Разумеется, ты. Зачем еще мне все это тебе говорить? Я думал, что вам просто нравится, когда вас слушает, милорд. Это вопрос военной тактики. И это твоя специалистика, верно? Поэтому ты возглавляешь эту операцию. Я... А, понятно. Но, я могу отказаться. К оружию! Ситуация накаляется, лучше не начинать без подготовки. Давайте изучим конкретный набор навыков каждого. Я могу лечить того, кто ранен. Я могу поразить множество врагов одним ударом. У меня есть сила замораживать мешающие противников. Контратаковать. Я обеспечу так прикрытие, если вы рядом со мной. И что же, Шимики? Ну, как обычно, он бьет и рубит. Вынуждена признать, что это его тактика работает очень хорошо. Превосходно! Вперед, марш! Так, окей. Ожидать. Заряд. Ожидать. Заряд. Заряд. Ой, можно это ускорить как-то, пожалуйста? Так, теперь наш ход, да?
Так, подожди, не-не-не. Мне нужна она. Так. Туда. Выпад. Сюда. Атака. Ожидать. У меня контратаки есть. Ха-ха-ха. Атака. Так, сколько у тебя атака? Тридцатник. А я могу атаковать, точно, подожди. На расстоянии. Блин, ну хотя нужно было задержку, наверное, сделать, да? Заряд. Зря, ладно. Отлично. А, так у него тоже есть этот? Заряд, ладно. Заряд. Контратака у него даже посильнее будет. Ситуация начинает налаживаться. После этой победы мы сможем построить укрепленный лагерь, в котором будут хранить наше добро. Мы же не останемся в этом грязном старом лагере на долгое время. Мне не помешает чуть больше пространства. Не стоит волноваться, мисс Фина. Мы перейдем к командованию продвигающимся войсками. Я изучал географию острова Демония. К столице, так, ведет несколько путей. Южный путь быстрее, но там расположено... Так. Расположен костяк мобильных сил. Повстанцев. Маршрут на север длинный, но легче пройти. По этому пути... Так. Противника перевозит свои осадные орудия. Нам следует выбрать тщательно. Пусть Шемики решает, он всегда знает, что нужно делать, верно? Хорошо, решим, когда окажемся на месте. Выдвигаемся. Так, ну и сейчас мы с вами докупаем еще одно войско. Одного челика. Ну блин, он, знаете, быстрее будет как пушечное мясо. А хотя, ну как лучник. Не знаю. Я могу купить еще одного. Но постоянно возвращаться это тоже как-то не очень. Ладно.
Повсюду разбросаны куча снаряжения. Похоже, не отступили в спешке. Это меня удивляет. Они поняли, кто главный. Но просто уйти, не взяв оружие. Полагаю, командующий офицер сбежал. Когда это происходит, никоим образом нельзя помешать войскам покинуть свои посты. Это отлично, если нашего присутствия достаточно, чтобы испугать старших офицеров Империи. Нам нужно просто мчаться на пролом. Я вижу там командский шахтер, давай наймем больше солдатов. Ну я ж уже нанял. Да, я уже нанял. Не, могу типа еще купить одного. Давайте купим. Подожди, подожди, а сколько у меня? Я могу двоих купить. А, не каждый раз больше и больше. Демон, сейчас! В атаку! Ух, чет. Думаю, теперь мы знаем, почему они так быстро ушли. Вот что их напугало. Нам тоже стоит уйти. Полагаю, сейчас это уже невозможно. Позвольте мне поговорить с ними. Они демоны, поэтому мне навряд ли... Так, навредят нам, если я все им объясню. Демон, долой захватчиков! Успокойтесь, прошу. Отложите оружие, это я, Менос, сын короля Артуса. Я пришел освободить демония. Менос? Тот самый, который предал собственного отца, переведя людей? Тот, что объединил с полковником Империи? Смерть предателям! Будет непросто их убедить, Менос. Но я не хочу сражаться с ними. У нас нет выбора. Либо они, либо мы. Простите меня, дорогие соотечественники. Но я должен выполнить свою миссию. Так, давайте сразу смотреть, сколько у кого хп. 40 хп, 30... Так, ладно. Демон, это типа маг? А, это просто демон. Демон-лучник, это демон-лучник, демоны-лучники. Самый лучший вариант здесь, это сделать таким образом. А, подожди, 40... 40... 50... Защита. Так, защита. Ожидать. Защита. Заряд. 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 А, то есть под защитой он весь урон принимает на себя. Тогда все понятно. Вот как мы сейчас с этим разберемся. Раз, атаковать. Готово. Вам. Потом. Три. Защита. Атака. Готово. Так, этого мало хп. Так, 35, 35. Ах, это ж я. Ладно. Давай так. Туда, выпад.
Лед. Хорошо, ход врагам. Сейчас моего грохнут. Минус лучник. Нихера себе. Кто мог подумать? Тоже мог подумать. Блин, а мне нужно хилочку сюда быстро продвигать. Либо ее грохнут. Либо ее грохнут. Так, подожди, сколько у тебя атака? 35. Короче, давай делаем таким образом. Идем сюда. Делаем заряд. Тобой убиваем. Тридцать девять. Так, отмена. Давай я сюда делаем заряд. Мне нужно отхилить этого, блин, сейчас. Так, а. Окей. 10. Хорошо. Вот наш. Так, сюда. Атака. Так, пускай живет. Ожидать. Нет, стой. Лечение. Атака. Хорошо. Ожидать. А почему он все равно уходит, если его заморозил? Он по идее на ход должен быть АФК. Нужно было тогда защиту ставить. Война. Поистине скромное событие. Здесь мы вынуждены сразить тех, кого желали защитить. Мне глубоко жаль, лишь Менос. И я знаю, что ты чувствуешь. Не теряй надежду, Менос. Мы остановим Магуса и спасем твой народ. В любом случае, теперь у нас два врага. Нам придется действовать с еще большей осторожностью. Я надеюсь спасти больше соратников, чем мы убили. Иначе все это бессмысленно. Блин, тогда нам придется сейчас все-таки идти, ребята, закупаться. И лучше не лучниками, потому что лучники не оказываются... Ну, типа, прикольные, но... Вы сами видите, они умирают. Они очень хорошо умирают. И если меня будут именно в такой капкан брать, я не буду выживать. Так, давайте смотреть. Здесь у меня только... Да, походу везде... Река Раквай.
Давай через реку. Лейтенант, смотрите на меня, когда я с вами говорю. Сэр, вы должны защитить мост любой ценой. Какой мост, сэр? Что значит какой мост? Тот, который прямо за вами, разумеется. А, этот мост. Я так и знал. Ну да, конечно, и поэтому вы должны его защищать. От кого, милорд? Ну, от всех, кто попытается его захватить. Захватить мост, сэр? Куда они его захватят? Ясно. Давай просим задачу. Не спускай глаз с этого моста. Если кто приблизится, сначала стреляй, а потом задавай вопросы. Все поняли? Думаю, в этом раз я представил... Так. Кристально ясно, милорд. Хорошо, стреляй, потом... Какие вопросы? Больше... Так, похоже, враг полностью готов защищать этот мост. Я не думаю, что любая атака — лучшая тактика. Мы всегда можем использовать уловку. А какую именно? Ну, к примеру, выиграть без сражения. Мы демоны называем это трусостью. Полагаю, это зависит от точки зрения. Не помешает все так продумать, прежде чем вступать в битву. Чемки, не забудьте нанять больше солдат, чтобы усилить наше войско. Нам нужно взять... Так, вся доступная помощь. Ну, блин, знаете, вся доступная помощь и... А у нас денег нету. Ну, я мог бы сразиться с ними, почему бы и нет? Мы могли даже бы и выиграть. По факту. Превосходно! Мы успешно обошли их сзади. Теперь мы сможем сначала разобраться с их лучниками. Ожидаю твоих приказов, Шимики. А, подожди, мы все-таки атакуем их? Давайте заряды делаем тогда. Ход врагам. Лейтенант, они напали на нас сзади. Что? Я ничего не вижу. С другой стороны, лейтенант, с другой стороны. Вот уже ваш... Так. Вот же ваш... Какая впечатляющая стратегия. Всех, кроме меня, в атаку. Ой, блин, все-таки не смогут по мне попадать. Это херово. Ну ладно. Я что-то это не продумал. Так, как мы поступаем? Мы берем сейчас нашего Магуса. Хотя давай начнем не с Магуса, а с... Давай с Магуса. А, он не достает. Подожди, так это лучник? А, у меня убили обычного солдата. Так, подожди. Ни хера себе урона. Нет, подожди, давай, наверное, лечение делай. Mm-hmm.
подожди. Я могу сделать двойной заряд? Или типа усиленной силой? Сейчас попробую. Жалко, что это ускорить нельзя. Супер удар. Серьезно. Нифига себе. Блин, ну подождите. Мне бы супер удар. А я могу. Хотя, могу, подожди, чё не могу? А, нет, тогда лучше мне пройти вот сюда и ожидать. Здесь нужно продумать немного, всё. Заряд. Подожди, отмена. Ожидание. Защита. Заряд. Ожидание. Но атаковать я не могу, потому ожидание. Копейщика, скорее всего, моего грохнут. Ай-яй-яй-яй-яй-яй. 26, ни хрена. У меня на особо сейчас отметелит. А в каком плане? Так, а ты? Подожди, давай, наверное, с помощью демоница нашего. Пошли сюда. Атака. Стреляем. Атака. Сюда. Атака. Заряд. Защита. Ожидать. Ожидать. Так, сразу. Заряд. Супер удар. А, подожди. Если так. Атака. Хорошо. Лечение. Защита. Атака, атака.
атака, атака. О, зря тогда пошел. Я не посмотрел урон его. Минус солдат. Теперь нужно где-то еще лет хилиться. Ну что, давайте казнь Авор. А, нифига. Давай. Ничего себе. Ожидать. Заряд. Подожди. Ай, блин, я уже это атаковал, ладно. Готово. Вот это я называю идеальной стратегией. Раз противник теперь чувствует безопасность, у нас есть элемент неожиданности. Выступаем. Слушайте, а что если мы на этом закончим с вами? Потому что уже время 47. Поэтому всем спасибо за просмотр, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, комментируйте. Всем удачи и всем пока.